Доброго дня. Бачите, людина в окулярах, інтелігентна, з красивою борідкою. А що, всі, хто в окулярах, це інтелігенти, ти хочеш сказати, чи що? Ми без окулярів, так що ти? Ні, мені здається, що Роз дуже інтелігентна людина. Так, чекай, от, ну скільки можна на себе? Вже підмазався, все. Я зрозумів, тому що очки теж одяг, так? Ми не привіталися з вами, доброго ранку. Привітання. Чи дійсно вигідно купувати речі на знижках, скажіть нам, будь ласка. Отак от одразу вопрос. Я ще не проснувся, якщо чесно. Як вас збудити? Ну, але бачите, ви хотіку собі вже ж зав'язали. Хорошо, хорошо, зараз поговоримо о шопінгі. Так, прослушали питання? Просто. Мені подобалась ідея вот эта вот, то, что у вас распродажа уже началась прямо в студии. Так. Я понял, а что... А. Одну руку тебе купили. Ага, вот так вот, даже минус 8. Но на самом деле это не серьезная распродажа. В магазинах сейчас максимум минус 50 можно найти, и то не во всех брендах. Например, там масс-маркет, там Zara, Bershka, Stradivarius, они еще не начали распродажи, то есть им нужно буквально подержать волнение буквально еще несколько дней. То есть 30 числа они запустят распродажу по инсайдерской информации. А вот такие бренды, там, как River Island, Mark & Spencer, уже начали распродажи, но не на все. Допустим, есть такие маркетинговые ходы, где можно написано минус 50, но минус 50 на вторую единицу, да, и ты автоматически покупаешь. Что такое реально распродажа? Распродаж? Чи зустрічаються вони в Україні, ці реальні розпродажі? Конечно, конечно. Это действительно, особенно в тех магазинах, где официальные бренды представлены, да, то есть это в торговых центрах, да. На рынках, конечно же, слово «распродажа» это лучше обходить стороной. Гуманитарочка такая. Магазинам выгодные знижки, ну, зрозуміло. Чому вони выгодные, вот самые такие 70%, 80%? Вони завищують ціну. Яка технология, расскажите, будь ласка. Идея в том, что товар приходит в магазины несколькими частями. Да? Если написано «новая коллекция», то она пришла, допустим, в начале сезона, и пришло где-то 1/4 всей коллекции. Каждые 2 недели, каждый месяц приходит еще остаток коллекции. И, допустим, в середине сезона появляется уже распродажа на первую часть, там, минус 30%. Но ты заходишь, видишь минус 30%, и автоматически тебе нравится вот та кофточка, которая стоит по 100% стоимости, да? И ты автоматом, как пирожки в Макдональдсе, да, берешь эту кофточку. То есть минус 30 влияет психологически на то, чтобы заманить к себе покупателя. А автоматом ты видишь, что красивая кофта, обязательно покупаешь там джинсом или к футболке. В сравнении с европейскими магазинами, вот наши, это реально знижки? Чи це все-таки така фікція? Ну, в Європі там є, допустим, такі так звані скидки, там, Black Friday, да, когда тотально в один день, там, мінус 90, і там очереди, як мавзолей стоять. Ну, наскільки? Вот. От реально це існує, там, ця мінус 90 знижка? Да, да. То есть реально там мінус 90, і якщо тебе повезло, ти накупаєш там подарків на цілий год, либо себе. Покупаешь по несколько одинаковых вещей, вот, то есть это действительно там снос башки. В Америке реальные знижки, я двічі потраплял на це и привозил чемодан. Если у нас появляются скидки, то это максимум действительно минус 70 на такие остатки, которые, ну, сложно будет найти, во-первых, свой размер, да, а если ты все-таки нашел, и тебе все подошло, то покупай хотя бы на размер больше и иди в ателье ушивай. Роз, дякую. Хочу звернутися до вас. Да. Так. Якщо вартість ковтинки приблизно 1000 гривень, під час знижок її можна купити за 200. Ну, нехай це, знаєте, така буде ілюзія. Скажіть, будь ласка, скільки ж це ге може коштувати в реалі собівартість? Тому що як це можна виготовити ковтинку, поставити на неї 1000 гривень, потім під час знижки зробити її за 200? А що вона тоді взагалі вартує? Пока на ней не висит бренд торговой марки, она стоит вообще копейки, да, то есть все зависит от бренда. И более того, есть целая цепочка, как вещи попадают в наши магазины, да, то есть одна компания покупает у другой, так. Там частное предприятие, потом у третьей, у четвертой, и вдруг появляется известная какой-нибудь известный мировой бренд у нас в магазине с накруткой там, ну, 300%, да. То есть вещь реально может стоить, эта кофта там 50 гривен, да, то и дешевле. А в чому вигода взагалі робити ось такі знижки магазинам? В чому вигода? Ну як? Ну це торгівля, треба заробляти. Ну зазор може бути мінімальним врешті-решт, чи їм байдуже, аби розпродати колекцію? На одежді маржа дуже висока, да? І на одежді, на аксесуарах. Саме дорога одежда, там дуже низька маржа. Допустим, бренди там, известних домів, мод, вот, там дуже небольшая
небольшая наценка идет, и там никогда не бывает распродаж. Виктор Соловик, можно я? Відкрити секрет нашим телеглядачам. Напевно, вас знають у всіх київських магазинах, великих, маленьких, да? Скажіть, будь ласка, наш клієнт потенційно може просити ще додаткову знижку? І наскільки мережа може піти на це? От в великих мережах, торгівельних центрах. Ну, на самом деле, все зависит от совести покупателя, да? То есть есть наглые покупатели, типа шоперы, допустим, такие, как я, да? То есть я все время торгуюсь в магазинах. И даже, вам дают знижку? Даже если это официальный бренд, да, то есть я нахожу повод торговаться в любом случае. Либо ты... А в чем? А який привід ви знаходите саме? Ну, чтобы люди знали, на что звертати увагу. Як смотрите, можна некоторые вещи висят совершенно неаккуратно, либо с какими-то зацепками, либо где-то вырвано было, вырван где-то магнит был там. Легкий брак, да, то есть либо кто-то увидел там неровный шов, там что-то еще. Або самому можно плямочку нанести якусь невеличку. Ну, это конечно, вкусно. Вы же робили це роз, у вас видно. Да, вот джинсы то же самое ко мне попали именно со скидкой. Минус 70, потому что там вырвана была. Вот. Если нет возможности, то, конечно, не дают скидки. А так обязательно видят, что даже можно там подавить на жалость, да, там студент, не хватает денег. Вот, звонят там старшим продавцам, менеджерам. Главное знать цепочку, кто принимает решение, да. То есть обычный продавец, либо там молодой продавец, он, конечно, испугается и вежливо вам откажет, да. А вот профессиональные продавцы, там старшие продавцы, они пойдут на встречу. Вы кажете, что вы студенты, вам продают с бородой такие. Да, ну, будь паспорти в супермаркете еще берут. Мені що цікаво, це ж не все, правильно? Тому що не тільки ж реагують на 70%, 80%, 90%, ще з чимось підсилюють бренди. Обов'язково, тому що там і викладка йде спеціальна, і на рівні зору, і так далі, і тому подібне. Там же все зроблено для того, щоб ти ну, не пішов з пустими руками. Що чим? Ще чим підсилюють? Во многих магазинах сейчас есть уже готовые луки, да, готовыми луками продаются, да, вверх, вниз. На манекене. Либо на манекене, да, ну, кто умеет читать манекены и видит, что на них одето, тот, конечно же, хорошо разбирается. Вот, это для знатоков. А для обычных любопытных людей здесь построена так торговля, что как в супермаркете. Ты заходишь, и уже готовыми комплектами висит одежда. Вот, это больше всего влияет на торговлю, и это как раз вот те горячие пирожки, когда хочется купить горизонтально, да, то есть ты берешь первое, второе и третье, и уходишь уже с готовым луком. Во многих магазинах... Переїв. Перше, друге, третье, переїв, врешті-решт, а потім не знаешь, еще и аксессуар на десерт. Все построено так, чтобы было минимум контакта с обычным продавцом, то есть это как супермаркет. Ты заходишь в супермаркет, ты на уровне глаз покупаешь именно любимое молоко, вот. Но ты не догадываешься, что уже маркетологи продумали так, что на уровне глаз тебе хочется забрать эту вещь. А здесь ты подходишь и хватаешь несколько вещей, и все они будут между собой комбинироваться. Я останнє питання хочу вам поставити. Цього року в Україні, ви знаєте, новорічні свята трошечки такі повільненькі, кволенькі. Можна розраховувати на додаткові знижки за того, що покупці не дуже купують добре? Та вряд ли, мабуть. Вряд ли, да. То есть, будуть на наступний рік берегти. Мы недавно ходили на шопинг, да, и было несколько поводов. Либо у клиента моего было день рождения, да, то есть мы скупали там то, что ему заплатили родители, да, все подряд, потому что все хотелось купить. Ну, естественно, в магазине, где уже минус 50. Дякуємо вам просто. Роздякую у нас сьогодні був, правильно? Да, роздякую в ранкових курасанах. А зараз наші прекрасні музиканти, які грають патріоти.